Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice, Mortal Kombat, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Все делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. На сайте недавно появились промокоды, при вводе которых вы получаете неплохие бонусы в виде 2000 душ и 1 500 000 кредитов силы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Injustice, и это 13-й день марафона. 13-й день, такое число. Но в целом это никак к Injustice, надеюсь, не относится, только к пятнице, поэтому давайте попробуем что-нибудь сделать. Я прошел как раз таки до сложности эксперта, осталось только пройти один бой с Суперменом и выиграть его наконец-таки. Супермен подшибок. Почему я не прочел на английском? Потому что не знаю, как правильно читается, и мне это не совсем интересно. Супермен подшибок. Мы должны его каким-то образом выиграть. Нам нужно пройти только лишь обычного Супермена и Супермена падшего бога. Чудо-женщины режим, Рейвен возрождение, ну и Думсдей режим, он требуется. На самом деле я лучше бы выбрал Джокера, но что поделать, придется играть именно им. Неважно. Я думаю, у нас все получится. Ну и давайте начнем. Бой. Я заметил, довольно часто комментарии пишут, где марафон, где марафон. Ребят, вот поймите, чтобы пройти до эксперта, нужно какое-то время. Целый день играть в одну игру на протяжении дня я не собираюсь. Я не такой человек, что целый день будет играть в одну игрушку. Нет, мне наскучивает это, и я просто ее бросаю. И поэтому, чтобы пройти испытание, требуется какое-то время. Чтобы записать какой-то интересный контент, требуется время. Но почему-то многим кажется, что у меня это получится делать каждый день. Это очень странно. Вот сколько у вас времени требуется на прохождение испытания? Сейчас кто-то напишет 4 часа, 2 часа, но вы сидите и играете без остановки. Мне просто так не получается делать. И поэтому я выжидаю. И да, у меня еще сессия. Если кто не знает, что это такое, прогуглите. Просто реально очень сильно напрягает вот эти вот комментарии, где марафон, где марафон. Никто не может войти в положение, всем просто требуется ролик. Ну, блин, это тоже дико как-то. И непонятно, в первую очередь мне непонятно. И поэтому, честно говоря, вот таких вот я людей и не понимаю. Но здесь я, конечно, сам виноват, потому что смухлевал немного. Рейвен. Пытаюсь атаковать этого Супермена, он восстанавливается, как непонятно что. И да, мне надо как-то победить этого Супермена, но как это сделать, когда он по 2000 восстанавливает? И каким образом вообще он это делает? Блин, как тебя одолеть? Ты восстанавливаешься, это жульничество. Это жульничество чистой воды. Я не понимаю, что нужно сделать, чтобы одолеть этого персонажа. Он восстанавливает по 2000. За счет чего он это делает? За счет чего ты восстанавливаешься? А ну-ка сказал, Супермен, Гудфол, быстро. Я ни разу еще не играл, на самом деле. Для меня это немножко удивительно. То, что они восстанавливают... Вы посмотрите, я их победить не могу. Такими персонажами это очень сложно сделать. Надо посмотреть, сколько отмена будет стоить. А то я отвлекся немного на комментарии ваши. И поэтому, честно говоря, даже и не заметил, что здесь жесткие, довольно жесткие персонажи, которых победить не так уж и легко. Особенно Супермен и Гудфол, который... Ну, который очень жесткий. Бамц, бамц, нокаут. И, да, заморозка. И добивает поленом. Нокаут, отлично. Странно. Да, он восстанавливает по 2000. Мне это не совсем нравится играть. Давайте дождемся того момента, сколько урона, посмотрю, нанес вообще. Ну, немного, по-моему, да, 98 000. Можно, конечно, нанести 200 000 урона, но мне кажется, что пройти будет сложновато. Нет, давайте еще один раз. Еще один раз попробуем, потому что пропуск стоит все-таки 60 000 монет. Это не так уж и мало. Я не просто так сидел и накапливал эти 70 000, чтобы просто на второй раз уже взять и слиться. На всякий случай мне эти монеты нужны были. Но я не знал, что персонаж восстанавливается. Я думал, что пройду очень быстро. Ну, без особых проблем. Зря, кстати, Рейвен выбрал. Не знаю, зачем я это сделал. Просто инстинкт такие. Прокачал их. Нужно Рейвен выбирать. Во всякой непонятной ситуации выбирай Рейвен, и все будет отлично. Все будет хорошо. Так, давайте сейчас нанесем урончик. О, спецприем 3, 40 000 урона. 40 000 урона нужен, давай. Рейвен, я верю в тебя. Он при этом восстанавливаться не будет. Нет, он будет восстанавливаться, но...
Но сколько урона я нанесу? Ну, кстати, неплохо, неплохо смотрится, конечно, но таким образом его добивать очень сложно. Это каждый раз нужно как-то по нему наносить урон и наносить. У меня это не получится сделать. Я не знаю, как это даже сделать. Так, получаем люлей немножко, а дальше добиваем сами спецприем. Отлично. Так, контратакуем. Нет, не получилось. Ну-ка еще раз. Контратакуем. Снова не получилось. Окей, хорошо. А теперь получилось. Теперь все хорошо. Так, 133%. И еще немного добавляем. Готов. Практически Супермена слили, но практически мы это сделали. Блин, он восстанавливается. Мне не нравится, когда персонажи восстанавливаются. При этом очень быстро это делают. Ну-ка, давай, принимай на себя удар. Молодец, спецприем один. Готов. Давай-давай-давай, Рейвен, появляйся. Ну, блин, куда ж ты делась там, а? Капец, Рейвен, какая ты жесткая, честное слово. Я не знаю, что с тобой делать. Блок. Но я много здоровья не сниму. Он восстанавливается, это нечестно. Разработчики подло поступили. Первый раз, когда я проходил, я даже и не заметил, что они восстанавливаются. Каким образом они это делают? Ладно. Ну да, здесь ничего не получится сделать. Здесь просто я буду без конца драться с этой командой. И все, поэтому нажимаю выход, не парюсь, пропускаю за 60 тысяч монет, пропуск, подтвердить, отлично. Да, конечно, победить мне не получилось, но в целом Супермена Goodfall получить за 60 тысяч монет, это мне кажется отлично даже, подтвердить. Темный меч, вы заработали новую экипировку, разбейте ее в меню экипировки или отдайте одному из ваших персонажей. Так, и следующая часть испытания 1. Да-да-да-да, именно. И что у нас здесь? Кстати, вот здесь я тоже могу немного пофармить. Мне кажется, 15 тысяч может быть каким-нибудь образом выбить получится. Хотя испытание 3 я пройти не смогу. Здесь требуются только серебряные персонажи, а уже идет золото. И золото довольно прокачанное. Здесь нужны персонажи очень серьезные, там 7-й элиты, как минимум. И поэтому я даже возиться не стану. Давайте перейдем в режим выживший. У меня Супермен Гетфул подшибок прокачан немного. Как вы видите, до 7 уровня. Это не очень хорошо. Буду качать его дальше. И возможно когда-нибудь он заменит Джокера. Я его когда-нибудь докуплю. Это было бы неплохо. Надо посмотреть, сколько он вообще стоит. Я бы не прочь его прокачать до 2 элиты. Потому что персонаж стоящий. Мне кажется, у него многое получится сделать, когда я за него буду играть. Давайте посмотрим. Он и есть вообще здесь? Магазин. А, это ж да. Нужно сейчас набор усиления смотреть, сколько он стоит. Либо можно даже, знаете, как сделать? Вот здесь вот глянуть. Так, где Супермен? Сейчас я просто не привык еще к механике. Довольно редко покупаю персов. 274 тысячи он стоит. Ну, это какие-никакие, но все же деньги. Так, в бой давайте попробуем. Ну и продолжим. Следующий ролик по марафону, сразу скажу, вот кто ждет, я не знаю, когда выйдет. Но точно не завтра, потому что завтра у меня не получится что-либо записать. Да и в целом, как вы видите, что мне сейчас записывать? Мне сейчас записывать нечего. Монет нету, а потом персонажей нету. А всем нравится, когда я, точнее не персонажей, а паков нету. В принципе, открыть я их не могу. А всем нравится, когда я что-то либо открываю, либо в целом делаю что-то новое, чего я раньше не делал. И как бы это продемонстрировать с каждым роликом становится все сложнее и сложнее. Статистика у марафона каждый раз падает и падает. Каждому хочется видеть что-то новое в каждом ролике. А у меня как это может получиться сделать? Если только не зачитерить. Но я этого делать не буду. Так. Отлично. Вынесли мы Найтвинга. И дальше Думсдея сразу же спецприемом выносим, я думаю. Ну, практически. Выбираем чудо-женщину. Давай первый удар щитом. Отлично. И второй удар. Извини, Рейвен Возрождение, но ты проиграла. Отлично. Чудо-женщина здесь справилась. Фу, хорошо. 53 тысячи урона. И время сколько там? Секунд 30, по-моему, не больше. 2400 монет я получаю. Дальше переходим, хотя бы 10 тысяч накопить
выжившим, чуть не сказал возрождение, и было бы неплохо. Шестой бой. Шестой бой — это уже что-то с чем-то. У меня 8400 монет. Если я прохожу бой в режиме выживший 6, то у меня есть все шансы, получить 10 тысяч монет, которые мне нужны. А если еще и выпадет удвоитель, то это будет просто шикарно. Ну же, отлично, он мне выпадет. Супер. Так, множитель кредитов есть. Главное сейчас не проиграть. Если я проиграю, то это не очень будет хорошо. Я, скорее всего, вначале буду Джокера использовать. Потому что я не хочу жертвовать на данный момент Чудо-женщиной. Все-таки она уж еще может накопить спецприем. И, конечно же, использовать этот спецприем. Ну-ка, Джокер, давай-ка начнем с тебя. Потому что тобой я еще не играл. О, нет! Красный фонарь, уйди отсюда, пожалуйста. Красный фонарь, блин. Это жестко, это очень жестко. Но ничего не поделать. Спокойно, горение. Ну же, давай контратакуй. Да чего ты ждешь-то, блин? Зеленый фонарь, красный фонарь, точнее. Какой зеленый? Ты же красный. Чего ты ждал, блин? Когда я... пытался что-то сделать. Кровотечение по Джокеру, отлично. А ты принимай яда немного. Супер. На 100% сработались. Так, Рейвен, отлично. Перехват сработан. Хорошо. Так, плюс восстанавливаемся еще. Это замечательно. Не думал, что у меня получится это сделать. Хорошо. Рейвен, давай ты выскочи. Спасибо. Большое тебе спасибо. Конечно, она восстанавливается, чудо-женщина, но мне кажется, что сейчас я вот накоплю спецприем 2, нанесу его, и мы победим. Мы определенно победим, хотя нет, рисковать не буду. Давайте лучше выпустим чудо-женщину и добьем именно чудо-женщины. Эту женщину, которая не совсем чудо. Перехватили. Ну и добиваем. Дальше я, наверное, не полезу, хотя есть все шансы выиграть, поэтому можно, конечно, зайти на седьмую битву. Сколько я там монет получил, я что-то не посмотрел. Давайте глянем. 3600. У меня уже есть 12 тысяч. 12 тысяч у меня уже есть. Сейчас заменяем одного персонажа. На кого заменить, даже не знаю. Можно, конечно, поставить более-менее кого-нибудь прокачанного, но у меня особо таких перцев нету. Ну, Супермен. Почему бы нет, подтвердить. Так, бой в режиме выживший 7. Чудо-женщина у меня еле-еле живая. Может, ее увеличить или использовать? На ней имеется в виду. Потому что Супермен маловероятно, что выживет. Но у меня есть лишних 2000, почему бы не потратить их? Давайте попробуем. Все-таки мне все равно перепадет 12 тысяч, это все равно какой-никакой плюс. А здесь есть шанс того, что мне получится каким-то образом выкрутиться. Ну и, конечно же, заполучить... еще немного монеток. Хотя мне выпал осколок, поэтому я все равно в минусе окажусь. Из-за осколка потратить столько монет. И то я могу этот осколок не получить. Зря я это сделал, конечно, но да ладно. А, спецприем недоступен. Ну, тем более тогда. Тогда тем более спецприем 2 недоступен. Зря я это сделал все. Давай, наноси по мне урон, блин. Вот, женщина-кошка, другое дело. Вот это нормальный персонаж. Давай. Спасибо. Спасибо, большое спасибо. Накапливай мне спецприем, давай, блин. Женщина. Вот так вот. Знал, вот знал, что использует его. Знал, вот. Это просто было читаемо. Так. Накапливай мне спецприем дальше. Блин, мне надо хоть одного из вас вырубить, а это сможет сделать только спецприем за... не за... а... спецприем 3. Так. Давай еще раз. Вот так вот. Отлично, половину здоровья сняли. Пошел вон отсюда. Блин, сейчас могу слиться. Фу, хорошо, не слился. Нет, у него еще последний добивающий удар был. Капец. А я блок снял. Но здесь моя вина была. Я блок снял.
Да, скорее всего, проиграл. Ну, Скорпиона, может, и вырублю. Да, но еще остается два персонажа, которых нужно как-то победить. А как их победить? Это вопрос, конечно, интересный. Может, мне не стоило копить спецприем, нужно было бить первыми, потому что вроде у чудо-женщины первый спецприем неплохо так работал. Ну да, как вы видите. Так. Нет, 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 не бросай. Блин, ну что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь, чертяга? Получай. Так, хорошо. Мне здоровья нету, я не знаю. Но вроде у них тоже не особо здоровье имеется в виду. Нет, блин, спецприем был доступен. Надо было наносить его. Я бы так бы их вырубил. Да, рискованно. Рискованно. Если я сейчас изменю группу, у них очень мало здоровья осталось. Но я даже не знаю. Они могут меня вырубить. А давайте рискнем, давайте посмотрим. А вдруг получится? Почему бы и нет? Вдруг получится что-то сделать. Так. Зеленый фонарь остается только... Там же здоровья у них очень мало осталось. Ну, в принципе, если так подумать, то... Вдруг зеленый фонарь справится? Я уверен, что он справится. Мне так кажется почему-то. Поэтому давай, все. Я готов. Это последний поединок. Я уверен, что у нас все получится. Фу. Так. Давай сразу же наноси урон. Ну, немного, конечно, ты наносишь, но... Ну, ему будет достаточно. Ему будет достаточно, я думаю. Отлично. Остается женщина. Женщина, спокойно. Блин, очень мало здоровья осталось. Я не знал, что у нее столько здоровья осталось. Я думал, что приблизительно столько же, как и у Аквамена. Давай еще один удар. Вот так вот. Дальше выбираю тебя. И добивающий. Давай же. Как можно больше. Практически. Отлично. Еще один. Еще один наносим. Так, хорошо. Победа. Ну, все же мы вытянули. Все же вытянули. И продвинулись чуточку дальше. Это неплохо. Это неплохо. Главное, что получилось. 13920. Подождите, я потратил... 2500, либо я ничего не потратил, потому что у меня стало 13920, даже не знаю. В общем, как получилось, так получилось. Главное, что мы можем теперь спокойно выйти с наградой, да. Выйти с наградой. 13 тысяч монет, как ни крути. Ну блин, столько ж было экипировки. Почему мне попалась именно эта дебильная карточка? Среднее здоровье. Снова не повезло в этом плане, но зато 22 тысячи монет у меня есть. Еще, возможно, что-нибудь я вот получу из этой вот бойни, потому что все же мои персонажи Чудо-женщины и Рэйвен будут гораздо сильнее, нежели чем это серебро, даже если поставить бронзового Лекса Лютера. И также, возможно, я пройду немного испытания 5, хотя вот насчет испытания 5 не уверен на 100%. Да, испытание 5 я не уверен, что у меня получится вообще что-либо здесь пройти, но все же рискнуть стоит. Но это будет уже в следующий раз, возможно, в каком-нибудь отдельном ролике, либо я что-нибудь запланирую, накоплю 100 тысяч монет, откроем еще один пакетик, вдруг нам выпадет Чудо-женщина, и это было бы неплохо. Всем большое спасибо за просмотр, если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!